Rustam Orajov, congratulations, another world medal. Tell us what it means to do this in Tokyo. Поздравляем вас, очередная медаль на чемпионате мира. Скажите, что для вас означает получать это здесь, в Токио? Как всем известно, Япония – это, как сказать, родина дзюдо, поэтому я очень рад, что именно в Японии на чемпионате мира я не остался без медали. Да, конечно, было трудно в финале, но надеюсь, все еще впереди у нас, карьера еще впереди. Буду готовиться на следующий чемпионат мира и на Олимпиаду. Everybody knows that Japan is the country of judo, and I was very honored to get a medal here, and I'm very happy, and the final was very difficult, but I hope that next competition I'll fight better and get better medal. In the semi-final, you took on your compatriot Hidiat Haydarov. You won. Tell us how this affects your hopes for the Tokyo 2020 Olympic Games, and tell us what it would mean to fight here next year. В полуфинале вы победили своего спортсмена из вашей страны, Хидаята Хейдарова. Скажите, как это влияет на ваши надежды бороться в Токио? И как вы чувствуете себя бороться в следующем году здесь? Да, у нас с ним все очень напряженно, потому что он тоже очень перспективный спортсмен. И до этого он не раз мы с ним боролись, он меня побеждал, но... Как сказать, на больших стартах я отношусь по-другому, я был готов, это чемпионат мира, выход в финал был, я не мог просто так отдать ему схватку, я выложился на все 100% и вошел в финал. Надеюсь, что сейчас, на следующий год в Токио, дай бог, я буду, постараюсь продолжать в том же духе. Ну, все может быть, может у кого-то травма будет, может кто-то опередит в последний момент, так что еще рано говорить о Олимпиаде. Yes, he that he's a very strong athlete, and he's also like strong when he's fighting. And we fought before with him. He won me, and I lost, and I won then. And next year, I'm preparing for the Olympic Games. But anything can happen. Somebody can win, or I can get a injury. But I still hope to do my best to fight there. Thank you very much.